За последние сутки в Стерлитамаке произошли несколько серьезных аварий. Вчера на перекрестке Богдана Хмельницкого и Халтурина столкнулись сразу 4 автомобиля. По словам очевидцев, «Шкода Фабия» при повороте налево не уступила дорогу ВАЗ-2110. В результате отечественная машина задела две припаркованные иномарки и влетела в ограждение. Пострадавших нет. Еще одно страшное ДТП произошло на трассе Стерлитамак-Салават. Возле деревни Васильевка «Лада Приора» столкнулась с КАМАЗом. Водитель легковушки погиб на месте. 20-летний молодой парень, житель города Стерлитамак, управляет автомашиной «Лада Приора». В пути следный по автодороге Стерлитамак-Салават, вот на данном участке, это 35-й километр автодороги, не справился с управлением, допустил выезд, занос автомашины, выезд на полувстречное движение, где столкнулся с грузовым автомобилем марки «Ивеко», который двигался во встречном направлении. Сегодня вот зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия. Одно, вот мы здесь стоим на этом месте, вот вас 21-99, водитель поворачивает налево, за ним следует другая машина. Пытается его обогнать, друг друга они не поняли, один не видел, другой выясняется, что решил, что успеет. Ну и в итоге они на повороте вот здесь столкнулись, к счастью, никто не пострадал. Отдел ГИБДД призывает пешеходов быть внимательными и переходить дорогу в положенных местах, а водителей соблюдать скоростной режим.